10 заповедей – это такая же основа, как и Уголовный кодекс, поэтому они и содержатся, собственно говоря, в Уголовном кодексе. Идеи пересматривать Уголовный кодекс я пока не видел, посему говорить о том, что они как-то отличаются от него, достаточно бессмысленно. Есть, были и будут. За их нарушение есть совершенно конкретное наказание.